Мы рады сегодня увидеть всех вас. Солнечная погода благоприятствовала тому, чтобы праздничная линейка в 4-й гагаринской школе проходила на улице. На площадке перед зданием собрались 470 учеников. Из них в первый раз в первый класс пошли 59 мальчишек и девчонок. Поздравить с началом учебного года и пожелать успехов ребятам пришел глава города Андрей Бральнин. Ребята, примите самые теплые и искренние поздравления с вашим новым учебным годом. И особое, конечно, поздравление нашим первоклашкам, которые в первый раз сегодня пойдут и сядут за парты этой замечательной школы. Первоклашке Оле Вохминовой 7 лет исполнится через 2 месяца. Девочка вполне могла бы еще походить в детский сад, но решила не откладывать учебу в долгий ящик. Тем более читать и писать малышка уже умеет. Быть примерными во всем мы сегодня обещаем. Хочу я быть умной и учиться на пятерке. И хочу обрадовать маму с папой, чтобы они видели, что я молодец и учусь на пятерке. Директор 4-й гагаринской школы Елена Соболева рассказала первоклашкам о том, что учиться здесь им будет интересно. Ведь в образовательном учреждении с измальства чтут добрые традиции. Гагаринские уроки, слеты ударников учебы, веснянки, игры КВН. Патриотическое воспитание здесь основа основ. С первых дней ребятам внушают, какая честь им выпала учиться в учебном заведении, которое носит имя первого в мире летчика-космонавта. Еще один шаг. Шаг к знаниям, шаг в науку. Шаг к добрым делам. Я всех поздравляю с праздником, с Днем Знаний. И желаю нам всем успехов, добра, здоровья, мира. Школа, здравствуй! Здравствуй, школы поля! Дух патриотизма царит и в 82-й школе. Здесь также в фаворе занятия спортом и сильный педагогический коллектив, который обеспечивает высокое качество знаний у ребят. Несколько лет подряд это учебное заведение входит в 20-ку лучших образовательных учреждений Архангельской области. Сегодня здесь обучаются 604 ученика. Из них 57 переступили порог школы впервые. Вот уже 59-й раз наша школа принимает своих новых учеников, первоклассников. Дорогие наши первоклассники, мы приветствуем вас, и я надеюсь, что в нашей школе вы научитесь не только читать, писать, думать, рассуждать и доказывать. Я думаю, что вы научитесь здесь дружить и помогать своим близким. Для учителей и родителей ученики 82-й школы подготовили концертную программу. Первоклассники читали стихи, а будущие выпускники пели песни и напутствовали малышей на предстоящий путь по стране знаний. Напоследок все вместе ребята запустили в небо воздушные шары. Ну а апогеем праздничной линейки, безусловно, стал первый школьный звонок. Новый учебный год для котловских школьников начался с урока мира и добра. Первоклашки знакомились друг с другом и своей первой учительницей. А старшеклассники делились впечатлениями от летних каникул и планами на предстоящую учебу. Этот год у нас последний финишный год для нас. И мы постараемся выжать из себя все, чтобы удачно поступить, ну и хорошо проучиться этот оставшийся год. Последний раз в школу идти волнительно. Как бы, хотелось бы запомнить этот день. И постараемся сдать экзамены на отлично. Всего в школу Котласа и поселка Вычегодский в этом году пошли 7603 ученика. Сформировано 33 первых класса. В них будут обучаться 887 первоклассников. В 10 классы перешли 359 человек. Через год школу окончит 330 мальчишек и девчонок. Во всех школах города и поселка Вычегодский 13 выпускных классов. Спасибо.